Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, почему все-таки на некоторых мобильных телефонах слабая сеть или вообще телефон не ловит сеть. Сейчас я вам все покажу на видео, и вам сразу все станет ясно. Вот, смотрите. Вот на задней панельке у нас GSM антенка с контактами. На мобильном телефоне, вот если присмотреться, я вам сейчас наведу фокус, видно, что вот эти подпружиненные контакты, они загнуты в середину. Мы сейчас их возьмем аккуратненько, выгнем назад, подогнем их аккуратненько. Вот. Устанавливаем крышку телефона назад и получаем устойчивый сигнал. Вот, как вы видите, в начале видео сигнал был значительно меньше. Сейчас у нас сигнал полный. Вот, но что я хочу сказать, что такая проблема может практически быть в каждом телефоне. Антенна может быть конструктивно выполнена по-другому. Вот, она может быть внутри мобильного телефона, точно так же, как здесь может быть в этом мобильном телефоне. Вот. Но независимо от того, каким образом она выполнена, смысл остается один. Смотрите, сеть полная. Снимаю крышку с антенной. Через некоторое время, оп, сеть практически пропадает. В месте, где сеть и без того слабая, у вас просто не будет сети. Сейчас в месте, где я снимаю, в принципе, сигнал и так хороший, потому вот на видео видно, что даже без крышки есть сигнал. В местах, где вы будете, допустим, вдали от города, где очень слабая сеть, в помещениях с толстыми стенами, вот, у вас сигнал может пропадать даже. Таким образом, мы решили проблему пропадания сети или слабой сети в мобильном телефоне. Всем пока! Кому было полезно данное видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Удачи!